И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Дима Покемон, как всегда, отличное настроение. Сегодня мы играем в FNAF 3 кооп, это первая ночь, Димончик, поздравайся. Всем привет. Я не знаю, что здесь делать, но маринетка уже на лицо мне напала. Диман, что делать, расскажи. Надо ее монтировкой фигачить. А где? А, она отошла. Ребята, напишите в комментариях, как проходить, мы первый раз играем, Димон уже нашел фонарик, какой-то челик очень громко разговаривает. Если пьете, кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем проходить. Иди, новый фонарик. О, я ее испарил, эту чику. Я монтировку взял. Иди возьми фонариком, их можно испарять. О! Офигеть, я испаряю фонарик. А чё она не испаряется? А, её надо монтировку, потому что убить. Это засруха, её надо монтировку бить. Да блин, чувак так долго базарит этот. Так, Димас, я сюда спрингтрапа позвал. Так, чё-то, Димон, ещё лежит, фонарик. Фонарик, да. А раньше не было столько фонариков, Димон, или было? Монтировочка. А, у меня напал Фокси. Димон, вставай. Ой, я тебя монтировку ударил, извини. Сзади. На, получи, засранец. Так, тихо, фонарик беру. Бери. А, вот это убирай, засру. Как я ее уберу? Она на тебя прилипла. Я теперь понял, как она атакует. Фух, Димон, она тебя любит. У тебя монтировки не было. Да не было, я не знаю, как оружие перелистывать. 1, 2, 3, 4, 5. Вышел, монтировка погулять, нету? Нету, пойдем. Прикольно, свет включается. Вообще, Димон, самое непривычное прохождение в FNAF 3. Ребят, если вам нравятся такие прохождения, ставьте лайкосик, пишите классные комментарии и подписывайтесь. Знаешь что, Димас, как можно еще от них спрятаться? Можно в вентиляцию залезть. Слышал, я нажал кнопку, она что-то дает. Это ты Балумбоя позвал сюда, Спрингтрапа позвал. Правильно я сделал? Ну, не совсем. Все правильно, тащим. Так, нам надо возвращаться назад. Так, испаряем этого старичка. Так. Сопляка. Смотри, вентиляционная система что-то не в норме. Пойдем. Так, уже 3 часа ночи, как-то, Димон, очень легко, тебе не кажется? Ну, потому что в первой ночи спрингтрап особо не нападает. Так. Как, мы можем его встретить где-то часа в 4, в 5, но у нас не... Ай, там кто-то идет! Испаряем их. Можно нажать кнопку, не надо? Так, я их, Димас, всех поиспарял, отлично. Ну ты вообще, да. Вот еще, испаряй! Ну а ты свети, а ты чё? Да нет, у меня фонарика сели. А чё ты ходишь с сломанным фонариком? Так батарейки галимые вечно дешевые какие-то поставят. Ничего себе. О, свет загорелся везде. А, сзади. Мы когда стоим на свете, они нас не могут атаковать. Я понял смысл. Но нам нужно бегать по карте, еще чинить всякие штучки, ты понял? А чё, а как чинить, где, покажи. Ну там будет вот гореть щиток красным, ты к нему подходишь и чинишь его на Е. Так, идем, будем смотреть. То есть ничего сложного нету. Испаряй ее. А, она не испаряется, она замедляется, короче. Она как шипит, да, когда ты светишь на нее, такой, как дым с нее идет. Она вампирша. Где-то спрингтрап должен быть, я не знаю только где он. Найдем. Ну, найдем, да. Куда мы денемся? Мы же профессионалы. Мы еще и бегать умеем, прикольно. А вот эти кнопки, которые на стене подсвечиваются красным, это... А! Балумбоя вызывать надо. Блин, прицепилось это говно ко мне. Шипи! Тут фонарь где-то заспамнился, я видел. Вот, под тобой. Да, Димон, видно, что-то залагало, не берется. Опа! Сзади! Че, беги! На свет! Нам нужен свет, а свет сломался. Димон, ты умер? Я ничего не вижу, у меня марионетка сожрала. А я на свету стою. Ты светофор, блин. Вон, бегает! Отвали от меня, Балумбой вонючий! Балумбой гасит фонарь, ты понял? Ого! Че, я умер, что ли? Не, я живой. Все. Димон, 5 часов, сейчас пройдем, ура, ребята! Да! Ну, не так уж и сложно, но очень интересно, непривычное прохождение такое. Да. А мне интересно, где спрингтрап был? Вот это самое интересное. Тут спрингтрап самое опасное, да, получается? Да, он только он может нас убить. А тебя просто пугают. Остальные только нас пугают. Я знал, видишь, проверял. Знаешь ли ты? Ты тоже знаешь. Спасибо. Ребята, ночь 2. FNAF 3. Да. Продолжаем проходить. Первую ночь мы очень быстро прошли, поэтому надо во вторую переходить. Как его отключить, этого дурачка громкого? Не знаю. Надо, так, знаешь что, Димас? Идем. Фонарик найти пока что.
Может, нельзя его бесконечно брать? Можно несколько раз за ночь брать. Знаешь, как можно фонарик потом заменить? Чем? Чем? Монтировками. Поэтому монтировку не подбирай. Понял, чуть не взял. Мы сможем фонарик только монтировкой заменять. А, вот так вот. На! Спрингтрап впереди. Я вижу, Диман, что делать? А ничего мы не сделаем. Ты меня спрашиваешь. Да потому что он идет. Сюда? Он пошел туда направо. Мы сейчас, кстати, можем его сюда позвать, смотри. Hello. Он сейчас сюда пойдет. Нету. А должен. Я буду с шифтом бегать быстро. О, фонарик. Фонарик, да, тоже нашел. Отлично. Никого, Антонов, никого. Можно фонариками убивать. Ой, это голова, блин, я испугался. Так. Вентиляция никого? Никого. Фонарик, в общем, нельзя демонстратить, потому что фонарик нужен, чтобы фантомов убивать. Эй, чисто подсветить, так хоп-оп. Хоп-оп. Hello. Так, я сюда позвал спрингтрапушку. И сваливаю потихонечку. Я с тобой. Погнали. Давай вернемся в самый этот. Затащи по-любому. Самый наш. Во, тут свет. Тут хоть светло. Так, отлично. Слышишь? Не, а чё должно слышать? А, это твои шаги? Как будто еще дублируются, как будто кто там ходит за углом. Вот там слева, да. Нету. Чё ты меня пугаешь, ходишь? Да не, так было, я видел. Уже. Ну, слышал. Только так звук такой нагнетающий, прикольный. А, на, испарил! Я теперь понял, как это делать. Круто. Спрингтрап здесь, Димас, бегу! Беги! Это он такие звуки шагающие делает? Hello. Так, это ты позвал? Сюда. Да, я его позвал и сваливаю. Сейчас он туда должен прийти, сюда, точнее, вперед. А откуда он придет? Ну вот, спереди. Наверное. Блин, это очень странно, очень непонятно пока что. Я еще не разобрался немножечко в этом, во всем. Первый раз играем с тобой, даже не пробовали, даже ничего не делали. Просто зашли и сразу играем. Ага. Вместе с вами все изучаем. Спрингтрап тут. Тихо. Димас, ты его не убьешь фонариком. Это спрингтрап, он живой. А, блин. А, у нас не работает аудиосистема, надо ее чинить срочно. А что будет? Пока она не работает, за нами будет бегать спрингтрап. Понял. Отвлекающего нет маневра. Вот, она чинится в нашем этом. Так, чиню. Зови его куда-нибудь. Сейчас, Диманчик. Hello. Все, я его позвал и сваливаю. Я его в нашу эту кабинку позвал. Понял. Пускай идет, там сидит. Так, давай с тобой где-то встретимся. Я около игровых автоматов. Я тоже туда иду. Я здесь. Вот. Слышишь, он так шагает? Ого. Опа. Что-то ему не нравится, Дима. Что-то так, поломалось у нас опять. Вентиляционную систему чиним. За мной. Ого, это он. Классно, так, на шифт можно бегать. Его куда-нибудь там. Зову. Hello. А, ты все, я понял. Нет, не сюда, рядом. Так, вроде как все нормально. У нас все починито и звук идет. А что этот звук делает? Звук привлекает спрингтрапа. Так. Все отлично. Когда звук поломан, он тогда начнет за нами бегать. Когда вентиляционная система поломана, начнут аниматроники, фантомы за нами бегать. А чинить на букву Е? Да. Так, хорошо. Сейчас что-то поломается. Уверен? Блин, мы в таком месте находимся, где тут три прохода. Ну мы точно убежим. Поменьше. Ну убежим. Пойдем, где поменьше. Так, фантом, я думал, это спрингтрап. Слышишь? Нет. А я его слышу сдалека. А давай сюда спрингтрапа позову. Блин, темная серия, но очень... Аудио сломано. Так должно быть. На базу. Надо, Димас, на базу обязательно. На базе у нас аудио. Чини его, чини. Ну, чинись. Ну. Во. Так, зовем его сюда и сваливаем. Во. План капкан. Че так темно стало? Не знаю. Ничего ж не видно даже. Опа, так, я его не слышу. Кстати, знаешь, как от Фокси спасаться? От него просто на него не смотреть. А, и все? Да.
Можно его как бы и фонариком убить, а можно еще не смотрев на него просто. Отлично. Если фонарика нету, то не надо смотреть на него. Так, здесь Димас чинится вентиляционная система. Вот в этот щиток. Спрингтрап! Пойдет Димас. Димон, иди! Беги! А, бегу! Он в этой части не такой злой, как в тех, да? А, да. Здесь как-то, знаешь, полегче даже, потому что мы первую ночь очень быстро прошли. Да. И в тут время быстрее идет, чем обычно. А, ну да. Поэтому, наверное, и прошли мы так быстро. Так, уже больше, чем половина ночи пройдена. Вот здесь, кстати, самое безопасное, на самом деле. Да? Только один проход. И тут две вентиляции, можем даже убежать отсюда легко. Все хорошо, тащим. Да, я вот здесь вентиляция займу позицию. Слышишь? Слышишь, какой-то гул. Да это он стучит там своими лапами вонючими. Я сыкаю. Я чуть-чуть. Я сильно. Так, Димон. Вот он в игровых автоматах. Не-не-не, я возле нашего офиса тут тур вентиляции буду ходить. Умеет ползать? Димас, он умеет ползать, беги! Да ладно! Он по вентиляции ползать умеет. Я побежал. Аудиосистема сломалась у нас. Тихо-тихо-тихо-тихо. Он сейчас сюда придет. Да? Не знаю. У нас... Слышишь? Аудиосистема в нашем офисе, да? Да. Я, Димон, рискну, побегу лечить. Стой, там спрингтрап. Блин. Будь аккуратней только. Вон он стоит. Надо его как-то отвлечь. Чё он такой страшный? Я его реально боюсь. Вон он тут стоит. А, блин. Я, Димон, назад иду. А чё он... А как мы починим, если он тут стоит? Он шипит. Два же дотянем. Димон, настал. А, нет, долго еще. Иди, иди, быстрее, Димас. Бегом. Так. Убежали. Надо починить. Жесть. Срочно нужно вот эту систему. Бежи. Чини, я тебя буду прикрывать. Чини. Чини. Быстрее. Они нападают, их очень много. Давай быстрее. Есть, 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 есть. Так, аудио надо починить. Да, с помощью аудио мы не сможем управлять этим спрингтрапом. Надо его починить, тогда мы сможем управлять. Так, Димончик, я иду к нам. Слышишь? Да, спрингтрап за мной пошел. Димас, чини быстрее, пока я его за собой веду. Бегу. Иди, беги, чини. Бегу. Чини. Чиню. Аккуратнее, чтобы фантомы на тебя не напали. Так, ты чинишь, отлично, я его далеко увел уже. Есть. А, на меня Фокси напал, фантом. Так-так-так, Диманчик, тащим. Я понял, когда фантомы нападают, они нас останавливают, и в это время идет спрингтрап за нами. А, они как бы держат нас. Да, они как бы... То есть спрингтрап, он как бы медленнее нас передвигается, но фантомы нас могут застопить. Вот в чем прикол фантомов, они нас стопят. Ну и перегораживают экран, ничего не видно, куда идти. Hello. Давайте я сюда позову, дружище. Вон, он идет на Димончик, звук. Остался час. Все, я его на звук позвал, он идет. Когда уже светится таким желтоватым, это значит поломается сейчас? Не, это значит использовал ее, эту систему. Я его зову. Я ее опять за зеленым сделал. Хорошо. Это ты там бегаешь? Это спрингтрап ходит. Я чё он такой страшный? Я его в игровые автоматы позвал. Так, я сюда себе быстрый бег включил. На всякий случай. Не, выключу. А где он? Я что-то боюсь. Где-то он тут, Димон, ходит. Ходит, да. Где ходит? Не знаю. Так, он полчаса по осталось. Очень быстро карабкается, кстати. Димончик, я пошел. Давай. Я около щитка, который чинит вентиляционную систему. Я, короче, в этот вентиляцию тут сижу, жду, чтобы он пошел. Куда-то пошел, не знаю куда. Давай я его позову сейчас далеко. Давай, 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 Димончик, он сейчас меня может меня убить. Все, я его позвал. Чё-то не уходит. Сейчас пойдет. Он дышит так стрёмно. Да он так дышит? Да, пошел, пошел, пошел. Я, Димон, ее опять сейчас зеленый сделаю. Не, не могу. А, сделал. Она сама делается. Не, когда нажимаю. А, поломалась. Щиток поломался, вентиляционный, поэтому сейчас фантомы нападать будут. Димончик, может ты там починишь? Ага. Починил. Hello. Ай-яй-яй. У нас еще аудио сломалось. Димас, в нашей кабинке аудио почини. Я чиню, Димончик.
на свой страх и риск. Ребята, вы прошли вторую ночь за раз без единого проигрыша. Точно лайкос? 100%. И я, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, выходите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и все, пока.